Зловіць зайця. Незвичайного пасажира зауважили у громадском транспорте Мазыра. У городский автобус номер 5 заходят люди, рассаживаются по местах и бачать зайца. Реакцию пасажира лепш за все передає відеокамера. Ініціатор перформанса – автобусный парк номер 2. У роли зайца – актриса Мазырского драматичного театра. Коли у громадский транспорт зайшли контролеры, почалося сапраўднае представление. Заяц пробовал ховаться, кидался по салоне, але утячи так и не удалось. А вот штраф за безбилетный проезд выписали, як и належить по законе. Работаем мы с 6 до 12 часов. К сожалению, пассажиров безбилетных мы встречаем часто. Особенно это в час пик у нас, когда люди на работу едут и с работы. Проехать по билету гораздо дешевле, чем заплатить штраф. Размер штрафа составляет до одной базовой величины. Профилактичную акцию автобусный парк номер 2 провел с певной метой. Еще раз нагадать громадянам не ездить зайцем и оплошивать проезд. До речи, только за минулый месяц у Мазыры контролеры выявили амаль 130 безбилетников.